Мы в ответе за будущее Казахстана. Таков девиз нового центра военно-патриотического воспитания, который открылся в Кокшетау. Он создан при военно-технической школе. На церемонии открытия центр получил символическое знамя. Вручал его Халык Каһарманы, генерал-лейтенант и депутат Мажилиса парламента Бахыджан Ертаев. Событие приурочено к празднованию 70-летия Победы. Новый центр будет координировать 115 военно-патриотических клубов. А в этот же день Бахыджан Ертаев посетил семьи участников Великой Отечественной войны. На торжественном собрании в честь 26-й годовщины вывода советских войск из Афганистана вручил воинам-интернационалистам награды в знак благодарности за боевое мужество. Патриотическое воспитание. И она начинается именно вот таких школ. Мы должны учить молодежь вот на этом героизме. Поэтому военно-технические школы, патриотическое воспитание молодежи – основа из основ воспитания молодежи к служению Родине.